депутаты, думаю, Нижний Новгород, значит, дискуссировали. И вот кажется опасение, что как бы и получилось, как в Дзержинске сейчас с теми крысами. Я бы хотел, в общем-то, услышать ваше мнение. Ваше мнение вообще. Вот об этом концессионном соглашении, то есть как оно нужно ли оно еще? Ваша оценка, потому что есть. Моя оценка обязательно нужна. Это конституционное соглашение действует уже более чем в 100 городах Российской Федерации. Например, таких крупных, как Краснодар, ряд других. Преимущество конституционного соглашения перед просто сдачей в наем большое. Тем же путем пошел и Нижний Новгород, посмотрел, исправить только, надеюсь, наши ошибки. Самое главное ведь у всех в этом направлении ведется по вопросу, почему конституционное соглашение заключено без конкурса. Да, законодательство позволяет это делать. Но вот если мы сейчас назад бы все это отмотали, конечно, мы бы пошли бы только по подписанию конституционного соглашения после результата торгов. Я еще не сказал, не ошибку нашу исправить. Если отмотать все назад, то не ошибка, понимаете, это повод для того. Там нет ошибки. Законом предусмотрено подписание конституционного соглашения без конкурса. Было подписано так. Но можно было подписать и по конкурсу. Вот если по конкурсу подписали, то не было бы ни у кого никаких. Почему? По подписанию конституционного соглашения. Я не вижу там больше недочетов. Конституционное соглашение – это возможность муниципалитета не вкладывать деньги, постоянно поддержать в рабочем состоянии все свои сети и добиваться того, что концессионер вкладывает денежные средства. Вот у нас по конституционному соглашению не меньше 100 миллионов рублей в год, а общие 5 миллиардов. 5 миллиардов – это как раз то, что нам нужно полностью, чтобы наши соседи модернизировали. То есть, в принципе, вы за эту форму, да, другие формы, вы считаете, что это правильная форма? Она везде уже идет, по всей стране. Не мы одни, не самые первые мы ее приняли, и не мы самые последние.